Хадсон выполнил задание в Каулуне. Он раскрыл планы Драговича. Новый 6. Ядовитый газ, который убивает любого человека за считанные секунды. Оружие Драговича. Вернемся во Вьетнам, Мейсон. Виктор Резнов был еще с тобой после бегства с военной базы? Резнов был со мной все время. Ты уверен? Север. Мы пошли на север. Вьетконг. Ха. Нас подстрелили. Резнов пережил даже это. Прихвостень Драговича, Кравченко. Он ожидал нас. Это Хоутл 9-1. Терпим крушение в секторе Браво, Танго 7-9. СОС! СОС! Ты как? Черт! Моя нога! Кровотечение! Нужна помощь! Мертв! Черт, они идут! Наруда! Мочи, ублюдок! Завалить отсюда! Эта штука вот наша! Мы тонем! Поднимусь повыше. Поищу комплекс Кравченко. Понял. Держись рядом, Виктор. Рима 9 X-Ray. Это Виски. Ответьте. Это X-Ray, Виски. Прием. Вудс. Мы уж думали, больше тебя не увидим. Какие планы? Вы зачищаете юго-восточный периметр и встречаетесь с нами в точке сбора. Понял. Виски на подходе. Точка сбора прямо впереди. Боуман должен ждать нас там. Не шуметь. Используйте ножи. Мейсон, докладывай. Где-то рядом с деревней расположен военный аванпост под командованием генерала Кравченко. Они сбивают наши самолеты. ЗПУ, уберем ее и вызовем вертолеты. Виски, вы держите мост и реку. Мейсон и я — западный периметр. Встречаемся в деревне через 5 минут. Все ясно? Виски,
Ко мне. Пока, ребята. Экс-рей на западном фланге. Время 3 минуты. Разделимся. Я пойду наверх. Ты перейди реку, заложи пластид. Вас понял. Заряд заложен и в полной готовности. Сьерра на позиции. Виски готовы. Экс-рей на месте. Детонатор у тебя? Вот он. Оружие понял! Будьте внимательны, ищите ЗПУ. Товарный! Не высовывайся! За мной! Один из-за крыши! Мейсон, сними их! На кулак! Один есть на мосту! Отюмный! Я их вижу! Ты дурной! Чисто нужно, пошли! Мейсон, занять позицию! Окон, впереди! Швырнуть гранату вот в окон! Слева, Мейсон, разберись с этими ублюдками! Зачистили северный периметр.
Подвижусь к деревне. Слева, цели на крыше. Сира на позиции. Есть. Чисто, не чисто. Идем крыша в тур через эту книжу. Мэйсон, давай вперед. Мэйсон, сюда. Принято. Подтверждаю. Оставляйся только. Боуман, вперед! Пошли! Этот сукин сын свою отвоевал. Свети ровнее, Мейсон. Стоп! Резнов! Ты чуть под пулю не угодил. Один в поле не воин, Мейсон. Я попробую пробраться. Ладно, только ступай потише. Что с тобой такое? Мейсон, тебе надо собраться. Вудс, ответь. Слушаю, Мейсон. Свифт мертв. Тут кишмя кишат вьетконговцы. Лима 9 прочесывает местность. Никаких следов Кравченко. Вудс, как слышишь меня? Черт. Где же твой друг Свифт? Мертв. Не время скорбеть, Мейсон. Здесь явно поработали советские специалисты. Мы на верном пути. Вот! Помоги сдвинуть! Осторожно, Мейсон. Слышу противника. Твоя очередь, друг. Я за тобой. Черт! Мы совсем близко, Мейсон. Идти, Резнов. Доверься инстинктам, Мейсон. Ааа!
Вот он, передовой комплекс Кравченко. Похоже, тут никого нет. Кравченко ждал нашего появления и спешно покинул это место. 4 февраля 1968 года. Кравченко. Хватай документы, Резнов, мы уходим. Значительного успеха. Проведенные недавно полевые испытания на местном усилении показали, что... Черт! Пошли! Пошли! Кравченко там все заминировал. Экс-рей, как слышите меня? Вот черт! Быстрее, Мейсон! Не хочу, чтобы эта кретинная гора стала моей могилой! Мейсон, да что там произошло? Мы наблюдаем огонь в тоннелях. Где вы сейчас? Мы будем кружить над местностью. Сядем, когда увидим вас. Come on.